Всем доброго времени суток, дорогие друзья, дорогие партнеры, дорогие гости. Сердечно приветствую вас на презентации, посвященной компании Karat Bars. И сегодня, мои дорогие, я хочу познакомить вас с одним великолепным проектом, который буквально 2 недели назад зашел на русский рынок электронной коммерции. Если вы когда-то работали или работаете сейчас в каких-то сетевых компаниях, без разницы, какой продукт они предлагают, физический или цифровой, все они просто меркнут по сравнению с нашей компанией. То, что я вам сейчас предложу, это на самом деле выходит за все рамки человеческого восприятия. И сегодня я попрошу вашего абсолютного внимания, так как все, что вы сегодня увидите и услышите, каждое слово, оно буквально взвешено на золотых весах и несет в себе информацию вашего успеха. Кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Марина Леман, сама я из Москвы, мне 55 лет и более 30 из них, а это значит уже 34 года, я проживаю в Германии, в городе Берлине. Все это время я занималась здесь культурной и коммерческой деятельностью, и вот уже 9 лет последний я занимаюсь коммерцией вплотную. Поэтому имею очень большой опыт как в сетевом, так и в электронной коммерции. Кто меня знает, тот знает также, что я всегда работала и работаю только в созидательных проектах, только в серьезных проектах. И тот проект, о котором сейчас пойдет речь, он не только созидательный, он и по-настоящему революционный. Прослушав этот вебинар, вы, несомненно, и обязательно захотите в нем поучаствовать. Это не MLM, это не сеть, это электронная коммерция, и это в первую очередь бизнес-рекомендации. В этом проекте нет никаких временных ограничений, никаких непосильных обязательств, поэтому работать в нем легко и комфортно. И эта компания называется Karat Bars. Я более года сама пристально наблюдала за компанией, прежде чем подключиться к ней. И большую роль в моем решении сыграло не только личное знакомство с маркетологом этой компании, но также тот факт, что она расположена в Германии и работает по всему миру. И до сих пор я продвигала этот проект именно в Германии, но 2 недели назад эта компания наконец-то зашла на русскоязычный рынок, и, естественно, я переместила все свое внимание именно сюда. В России компанию практически никто не знает, и я нахожусь у самых истоков, а вы, возможно, станете первыми русскоязычными партнерами этого поистине грандиозного проекта. И у нас, на самом деле, работы непочатый край, поскольку вам, сами понимаете, что такое необъятные просторы России и бывших стран СНГ. И сразу же хочу категорически отнести мысли или опасения, что вам сейчас предложат пирамиду. Финансовые пирамиды в Европе запрещены законом. Ни одна компания, предлагающая такой вид заработка, никогда не получит лицензию на деятельность от торговой палаты Германии. И я знаю, думаю, знают многие, что Германия – это страна с довольно жесткими законами, особенно если это касается государственной безопасности, защиты потребителя и ведения бизнеса. Работая в этом проекте, вы поймете, что здесь живут огромные деньги. И вот как эта система работает, я вам сейчас расскажу и покажу просто в деталях. Итак, что такое Karat Bars? Компания Karat Bars International была основана в 2011 году. Главный офис компании находится в Германии, в городе Штутгарт, по адресу Кёнигштрассе 52. И там же эта компания зарегистрирована в реестре торговой палаты, и номер вы можете увидеть сверху справа. Почему я вам это все рассказываю? Понятно, чтобы вы поняли, что компания находится не где-то в офшорных зонах, а она очень успешно работает легально в Германии. Ее основателем и директором является мистер Харальд Зайц, с которым меня также связывают теплые отношения. И штаб-квартира и центр логистики компании здесь, она отвечает за поддержку, за маркетинг, за клиентов и партнеров, коммуникацию и исполнение доставку заказов, а также и координирует запуск новых стран мира. И дополнительные офисы находятся также в Азии, в Сингапуре, в Америке, в Белизе и в Европе. На данный момент компания работает в 118 странах мира, и вот Россия стала 118 страной. И как вы видите, она уже давно выросла за рамки Евросоюза, что делает ей репутацию очень успешной компании. Karat Bars – это компания, которая предлагает привлекательный и доступный вариант потребителю на приобретение чистейшего золота. И в связи с этим она подготовила для вас специальную программу, работая с которой вы неизбежно достигнете прекрасных результатов.
И продуктом компании является изготовленные в прекрасном дизайне карточки Karatbars размером в кредитную карту, содержащие в себе небольшой слиток чистого 24-каратного золота, причем мелкой номинации от 1, 2,5 и 5 грамм. Но самое прекрасное в этой программе, вернее, в этой компании, то, что она имеет уникальную накопительную программу, позволяющую вам создать свой собственный золотой фонд, конвертируя бумажные деньги в золото и наоборот, сотни раз повышая при этом ваш финансовый потенциал при минимальном вкладе и практически не тратя ваши деньги. И чуть позже я расскажу вам об этой программе более подробно. Миссия компании заключается в том, чтобы обеспечить стабильной экономической безопасностью миллионы людей нашей планеты путем конвертации бумажных денег в инвестиционное золото, которое в Евросоюзе и в Америке не облагается налогом. В России, к сожалению, этот налог еще есть, и при покупке такого золота вы отдадите 18% родному государству, потому что как раз в России монополия государственная на продажу золота. И вот, чтобы избежать обложения налогами, компания разработала специальную накопительную программу, которая гарантирует ее участникам финансовую стабильность, защиту от инфляции и, что в нашем случае очень важно, также и от налогообложения. Партнерами компании являются АТСАЙ, Надир и Дегуса. Это аффинажные заводы, перерабатывающие золото, которые являются также членами ЛБМА. Что такое ЛБМА, объясню. Это лондонская мировая оптовая фирма, биржа, вернее, по продаже драгоценных металлов. И она дает сертификат доверия на золото, который выпускает именно эти заводы. Прозегур – это компания, позволяющая клиентам Karatbars пользоваться бесплатным хранилищем золота, которое находится во Франкфурте и в Нойзенбурге. И вот уже фирма FedEx, она курьером поставляет золото прямо на адрес заказчика. На платформе золотого бизнеса эти фирмы пользуются высоким уровнем доверия, поэтому очень востребованы. И фирма FedEx, она доставит ваше золото в любую точку планеты, как видите, на земле или по воздуху. И вот так выглядит сертификат доверия, выданный лондонской оптовой биржей аффинажному заводу. Владельцем этого завода и является компания Karatbars. Что предлагает нам эта компания? Продуктом компании, как я уже сказала, являются карточки размером в кредитную карту, содержащие в себе небольшой слиток чистого 24-каратного золота мелкой номинации 1, 2,5 и 5 грамм, которые наиболее востребованы на рынке. Это золото называется монетарным и еще его называют инвестиционным. И нужно понимать, что такое инвестиционное золото, то есть какие привилегии человек получает, имея именно это золото, а не золотые как бы изделия, да, ювелирные. Это золото в небольших слитках, и монетарное золото в слитках, оно не может обанкротиться или обесцениться. В то время как инфляция в буквальном смысле съедает доллар, золото является товаром, который никогда не может быть уничтожен и всегда сохраняет свою ценность, тогда как доллар постоянно теряет свою покупательную способность. Золотые слитки являются лучшим способом обеспечения финансовой безопасности и во время мирового кризиса, потому что как раз в этот момент золото в слитках всегда стремительно растет в цене. Золото в небольших слитках – это единственный и лучший способ страхования от всякого рода катаклизм. И отлитое в слитке золото Karatbars, оно имеет один из лучших золотых сертификатов в мире. Этим я хочу подчеркнуть, что Karatbars предоставляет вам возможности быть финансово независимым и финансово обеспеченным. Кому интересен этот бизнес? Ну, в первую очередь, понятно, что он интересен людям, которые хотят сохранить часть своих активов в надежном состоянии. Золото, оно бессмертно, не подвержено эрозии и никогда не утрачивает своих свойств. А также этот бизнес он интересен коллекционерам, потому что Karatbars он предлагает уникальные коллекционные карточки. Они все лимитированы, да, то есть выходят малым лимитом. И на этом слайде несколько карточек вы видите, их много, они все разные на все случаи жизни. Тут и свадьбы, и рождение детей, и дни рождения, или коллекционные карты с изображением всяких знаменитостей, римского папы и так далее. И эти коллекционные карты со временем, они растут в цене, независимо от цены на золото. И в них также вкраплен золотой слиток.
И есть не одна и не две, а целых 10 причин для покупки инвестиционного золота. И давайте коротко остановимся на них для того, чтобы каждый понял, почему. Золото, оно всегда было и будет самым драгоценным металлом в мире. Золото – это самые реальные деньги, которые придумало человечество за все время своего существования. Это невосполнимые природные ресурсы, которые в земной коре постепенно истощаются, и поэтому на золото всегда будет расти спрос. Золото – это самая надежная защита от инфляции. В отличие от бумажных денег, золото никогда не теряет своей ценности. И оно сохраняет свою ценность во время социальных и политических потрясений, войн и стихийных бедствий. И вот имущественная ценность как раз и высокая ликвидность, они и позволяют быть золоту одной единственной, то есть международной валютой. Золотые слитки, они являются самым надежным способом инвестиций в золото, то есть не ювелирные изделия, а именно золотые слитки инвестиционные. И ни у каких других инвестиций, скажем там, у вас есть яхта, да, или у вас есть недвижимость какая-то, да, они не имеют такой власти сохранения капитала, как золото. И поэтому золото должно стать частью каждого инвестиционного портфеля. Ну вот мы и подошли к тому звездному часу. Сейчас я вам расскажу, каким образом вы обязательно и неизбежно приумножите ваш капитал. Каратбас предлагает уникальную накопительную 12-недельную программу, позволяющую вам выйти на пассивный доход от 18 до 136 тысяч долларов в месяц. И если вы на этом сосредоточите всего 3 месяца вашей жизни, вашей энергии, ваших усилий, вы измените вашу жизнь навсегда. Звучит как сказка про белого бычка, понимаю, но поверьте мне, это соответствует действительности. Доказано на собственном опыте, и я знаю очень много людей, которые получили уже очень высокие номинации, очень высокие награды. Что нужно сделать нам в первую очередь для того, чтобы начать зарабатывать деньги в этой компании? Первое – это купить, конечно же, пакет. Причем, пожалуйста, не берите никаких кредитов, не делайте никаких займов, не прыгайте через голову. Просто рассчитайте свои возможности, на какой бизнес-пакет вы сможете потратить деньги, и он потом вам будет приносить доходы. Есть 5 видов различного уровня. Рассмотрим быстренько сейчас каждый из них. Это пакеты бронза, серебро, золото, пакет VIP и пакет VIP-эксклюзив. Пакет бронза стоит 135 долларов, это 99 евро, то есть из 100 евро он не стоит. В нем нет золота, но есть две бонусные карты по 100 евро, которые вы можете подарить вашим партнерам, которые заходят в вашей структуре на VIP-пакет. То есть при покупке этого пакета ваши партнеры будут платить за него на 100 евро меньше. Вот такой великолепный подарочек вы можете им сделать. Также в пакет бронза входят 3 бонусные карты на 3% скидку при покупке золота в течение года. И вы также можете использовать эти карты. Пакет бронза приносит вам 5% прямых комиссионных и 10 евро за цикл. Что такое цикл, я чуть ниже поясню. Следующий пакет серебро, он стоит 320 долларов, в нем уже есть 1 грамм золота, 3 100-евровые бонусные карты, 3 карты на 3% скидку в течение года, 10% прямых комиссионных, 40 евро или 54 доллара за цикл. Следующий пакет золота, и он самый востребованный пакет, стоит он 800 долларов или порядка 600 евро. В нем уже 2 грамма золота, 7 бонусных карт, 5 бонусных карт на 3% для скидки при покупке золота в течение года, 15% прямых комиссионных и 60 евро или 80 долларов за цикл принесет вам этот пакет. Пакет VIP, он тоже очень востребован, стоит он 2100 долларов, в нем уже 3 грамма золота, 20 золотых вот этих бонусных карт по 100 евро, 10 3% бонусных карт, 20% прямых комиссионных и 80 евро или 110 евро, долларов за цикл. И вот пакет VIP эксклюзив, он стоит уже гораздо больше, он стоит 10 тысяч долларов, и покупая его, вы получаете одну долю из золотого фонда компании Каратбарс. А теперь поговорим о циклах. Этот проект работает по бинарному принципу, и он, в отличие от других проектов, имеет некоторые очень созидательные дополнения и рассчитывается приблизительно так.
У вас обязательно должно быть две ноги. Да, две ноги. И постановку партнеров в линии вы можете в вашем бэк-офисе поставить на автомат или регулировать ее сами. И вот все пункты за все проданные пакеты в вашей структуре система складывает вместе, да, и делит одну ножку, то есть большую ножку на 50, а меньшую на 25. Допустим, если в вашей правой ноге 175 пунктов, а в левой их только 75, то, соответственно, 175 программа поделит на 50, и это получится 3 с остатком 25. И в левой ножке у вас программа поделит 75 на 25, и это снова станут 3 цикла. Таким образом, вы закрыли 3 цикла, и за каждый вам заплатят. И остаток, вот эти 25 пунктов, он никуда не потерялся, он переместился на закрытие следующего цикла. И самое замечательное, что умная машина, она автоматически меняет ноги местами, чтобы закрыть дополнительно еще один возможный цикл. То есть если у вас в какой-то ножке перевес, в другой недовес, машина это делает, она просто переставляет местами эти ноги. Вам даже заморачиваться не надо, это все происходит автоматически. И бонусы от закрытия циклов, напрямую они, конечно, зависят от того пакета, на каком вы сейчас находитесь, и моментально зачисляются на ваш счет в бэк-офисе. Мало кто знает, что на сегодняшний день 95% капитала на Земле принадлежат всего лишь 5% избранных людей, и только лишь 5% этого капитала приходится на основную массу населения планеты. Хочу добавить, что за счет этой партнерской программы можно приумножать ваш капитал и в более растянутые сроки, но именно предлагаемая 10-недельная накопительная программа, она вам даст просто ошеломляющие результаты. Поэтому я всем рекомендую использовать именно эту программу. Выбрав ее, вы запускаете мощнейший механизм притягивания денег к самому себе. Да, то есть вы плавно начинаете перемещаться в числе избранных, в число избранных, да, в число вот этих 5%. Причем хочу сразу вас предупредить, что в этом проекте никакая так называемая халява, простите за грубое слово, здесь не проходит. Если вы хотите конкретно разбогатеть, то вам придется прилагать соответственные небольшие усилия. И как вы это будете делать, я вам сейчас также расскажу. В первую очередь надо понять, что предлагаемый план, то есть вот эта программа, это награда за накопление ваших сбережений. Звучит странно, но это так. То есть вам платят деньги за то, что вы их сохраняете. Что вам нужно для этого сделать? Все предельно просто. Вам нужно в течение 12 недель совершить перемещение приблизительно $780 в ваш личный накопительный золотой фонд. И делать вы это будете следующим образом. 12 недель подряд, каждую неделю, вы покупаете по 1 грамму золота на сумму приблизительно от 60 до $65. Ваш следующий шаг – это пригласить двух партнеров, которые просто повторят ваши шаги. Они также войдут на бронзовый пакет и купят по 1 грамму золота. И если вы будете все делать правильно, то результат не заставит себя ждать. Даже если вы пригласили всего двух человек, и те, в свою очередь, пригласили по 2 человека, и все ваши партнеры зайдут только лишь на бронзовый пакет в этот проект, то ваш результат через 12 недель он составит $18 000 в месяц. А если ваши партнеры будут заходить на большие пакеты, то, соответственно, результат будет тут уже совершенно другим и достигнет со временем $136 000 в месяц. И это будет ваш остаточный пассивный доход. Но имеется в виду не пассивный доход, вот я положил кусок, да, и он лежит, и там денежки капают с него. Нет, пассивный доход здесь всегда обозначает развитую структуру. И поверьте мне, как только ваши партнеры распустят эту простейшую тактику и войдут во вкус, вы их уже не остановите. Разберем наши пакетики. Начнем с бронзового пакета. Это цифровой пакет, в нем нет золота. И в первую неделю вы получите всего $13,5. На вторую и третью неделю вы не получите ничего. Но начиная с четвертой недели ваш доход составит $27, а на пятой неделе это уже будут $39. На шестой неделе ваше золото станет для вас бесплатным, потому что вы покупать его будете уже из вашей прибыли. И я сейчас вам рассказываю самый худший вариант. На самом деле все может произойти гораздо быстрее, уже в тот момент, когда ваши партнеры или вы пригласите просто больше, чем двоих, да, скажем так.
На седьмой неделе ваши доходы составят 143 доллара, на восьмой 286, на девятой 546, и на десятой неделе это будут уже 1131 доллар. И на одиннадцатой неделе они вырастут уже настолько, что вы совершенно спокойненько можете обновить ваш пакет на пакет VIP, доплатив соответствующую сумму. И на самом деле вы еще раньше можете обновить пакет на уровень выше того, на который вы изначально вошли, если у вас есть денежки. И на 12 неделе ваш еженедельный остаточный пассивный доход, он составит 4485 долларов. Я знаю, что многие сейчас улыбнутся про себя и подумают про очередной лохотрон. Если это так, то, дорогие мои, вы пришли просто не по адресу. Или вам нужно просто потратить побольше времени, послушать нескоростную презентацию, пока в вашу головушку не упадет, как говорят немцы, золотой грошек, пока вы не поймете вот этот простой и механический математический алгоритм. Запретите себе, пожалуйста, мысль о лохотроне. Просто допустите в вашу головушку мысль, что это возможно. Потому что пока вы этот блок ненужный, что это невозможно, не снимете, вы далеко не уедете. И вспомните как раз в этот момент, что я говорила выше о легальности, о мировой популярности нашей компании, и вам тут же полегчает. Итак, перейдем к следующему слайду. Это пакет серебро. Дальше в лес больше дров. На серебряном пакете вы также, начиная с четвертой недели, получите бесплатное золото, и уже на девятой неделе вы сможете обновить ваш пакет на пакет VIP. То есть вы получите как бы за как называется, за дарма, скажем так, да, этот большой пакет. И вы видите, что сроки постепенно сокращаются, и сокращаются они именно потому, что вы зашли на более дорогой пакет, на серебряный пакет. И здесь ваш еженедельный остаточный пассивный доход, он составит уже 17 тысяч долларов. Следующий пакет – это золотой пакет. И стоит он 800 долларов или приблизительно 600 евро. И здесь вы уже на 9 неделе можете его обновить. И на 12 неделе вас ожидает еженедельный остаточный доход почти в 26 тысяч долларов. Я думаю, что в этот момент вам уже не до смеха, потому что вы медленно, но верно начинаете понимать всю широту возможностей этого блестящего инструмента дохода, который предлагает нам 21 век. И компания Karatbars вместе с ним. Ну вот мы и дошли до следующего слайда. Это пакет VIP, стоит он 2100 долларов. И обновить его на самый эксклюзивный пакет вы сможете уже на 11 неделе. И тут вам на самом деле открываются двери золотого фонда компании Karatbars. И здесь ваш недельный остаточный доход, он составит уже 34,5 тысячи долларов. Сейчас я вам покажу, какие процентные выплаты по пакетам вы будете получать, то есть этот бонус, который будет вам начислен, когда ваши партнеры будут заходить в вашу структуру. Если вы изначально зашли на пакет VIP, то он даст вам 20% от этого пакета, то есть на который будут заходить ваши личные приглашенные. От каждой продажи пакета VIP вы получите 420 долларов, с золотого пакета 160, с серебряного 70, из бронзового 27 долларов. Зайдя изначально на пакет 100, золото, вернее, вы будете получать 15% от ваших личных партнеров. От каждой продажи пакета VIP это будут 350 долларов, с золотого пакета 120, с серебряного вы получите 53 доллара и на бронзе 20 долларов. Идем дальше. Зайдя изначально на пакет серебро, вы будете получать 10% от пакетов ваших личников, и от каждой продажи пакета VIP вы получите 210 долларов, с золотого пакета вы уже получите 80 долларов, на серебре вы получите 35 и на пакете бронза 13 долларов. И зайдя изначально на последний пакет, на пакет бронза, вы будете получать 5% от пакетов ваших личников, от каждой продажи VIP пакета 105 долларов, от золотого пакета 40, от серебряного 17 и на бронзе вы получите всего лишь 7 долларов. Ну и каждому понятно, что, конечно, нужно по возможности зайти на больший пакет, чтобы получить отличные бонусы именно с прямых приглашенных. Да? И опыт по всему миру он показал, что те партнеры, которые работают именно по этой программе 12 недель, они достигают свою цель. Вот эти взрывные 12 недель, они обязательно и неизбежно принесут вам рекордный рост и рекордные продажи в вашей структуре, а вам они принесут ошеломляющие просто доходы. А теперь давайте посмотрим конкретно, что принесет вам этот план при самом худшем, вот самом худшем варианте выполнения условий. А это значит, что
Вы вошли на малый пакет, на бронзовый пакет, и вся структура под вами приобрела только бронзовые пакеты, которые стоят 100 евро. Хочу обратить ваше внимание на размер инвестиций. Что сегодня такое 100 евро? Посмотрите вокруг. Сколько людей вкладывают 5, 10, 20 тысяч в собственное дело? Они арендуют помещение, обставляют его, покупают ассортимент товара, нанимают сотрудников и теряют все в одночасье. И рухаются, причем не только мелкие, да, какие-то бизнесы, даже и крупные. И я думаю, что у большинства сидящих сегодня в зале эти 100 евро есть. Поэтому не примените, запустите их в нужное русло. Доверьте построение вашего бизнеса компании «Каратбас». Хочу отметить, что благодаря ей в нашем мире появился не один долларовый миллионер. Старайтесь, стремитесь стать одним из них. Поставьте себе эту довольно легко выполнимую задачу. Не упустите этот глобальный, может быть, единственный шанс вашей жизни. Шанс заключения золотой сделки с вашим будущим. И обязательно настройте себя на лирическо-финансовый лад, потому что все зависит от ваших амбиций и от вашего настроя. Это первое, что вы должны сделать, вступив в нашу компанию, настроить себя на лирический финансовый лад. Поставьте себе цель и уверенно идите к успеху. Да. Все инструменты для этого в компании есть, есть поддержка, есть все. Один вы не останетесь. И как говорил мой любимый топ-лидер всех времен и народов Генрих Эртман, терпение и настойчивость. Ваши первые шаги. Что вы должны сделать в первую очередь? Создайте себе в компании бесплатный аккаунт. И прямая связь завода-изготовителя с компанией, она гарантирует вам надежную, накопительно-сберегательную систему, работающую на вас, где ваши деньги будут переводиться в ваш личный золотой фонд. И в чем состоит фишка проекта, сейчас я вам расскажу. Очень важно понимать, что она состоит именно в том, что партнеры, докупая каждую неделю за счет прибыли золота, они не тратят свои деньги, а обменивают бумажные, не поддерживаемые ничем деньги, на реальные деньги, на золотую валюту, перекладывая их из своего левого кармана в свой правый карман, так образно говоря. Ну и теперь мы быстренько наметим ваш план действий. Первое, что вы делаете, вы, пожалуйста, открываете все ваши контакты, да, там Facebook, Одноклассники, ВК, ваш Handy и так далее, и проверяете уровень заинтересованности ваших партнеров по шкале от 1 до 10. Это ваши теплые контакты, вы этих людей знаете, вы можете приблизительно оценить, заинтересуются они таким проектом или нет. Вы выписываете там 15-20 или больше имен на отдельный листок и поставьте против каждого имени цифру, да, по шкале от 1 до 10. Просто оцените это, да. И вот после этого все, кто в этом списке обозначен цифрами от 1 до 5, вы можете просто вычеркнуть, потому что это понятно, что люди эти, они, возможно, никогда не захотят строить свой бизнес, даже если он будет легкий, да, то есть у них всегда найдутся многие «но». А вот оставшиеся могут вполне влиться в вашу дружную команду. И мой совет – начинайте сразу с десятки. То есть человечек, имени которого вы поставили 10, вот именно ему в первую очередь и звоните. И, пожалуйста, большая просьба, не заливайте им в уши никакой информации, просто пригласите их на конференцию. То есть приведите людей к источнику информации, а это значит на нашу конференцию. Как вы это будете делать, я вам сейчас расскажу. И вот это первое, что вы должны сделать после регистрации и оплаты вашего аккаунта. Привести людей к источнику информации, именно на нашу конференцию. И всегда помните, что пользуясь этой партнерской накопительной программой, вы подключаете людей к системе, которая аккумулирует их бумажные деньги в их личный золотой фонд. Ну а выплата комиссионных, она всегда напрямую зависит от движения финансов и, соответственно, объем и скорость этого движения, она определяет частоту, объем и скорость выплат ваших комиссионных. Итак, подведем итоги. Ваш план сработает, если вы создадите команду всего лишь из двух партнеров, не 22, не 202, а всего 2, которых вы пригласите на нашу презентацию, на наш вебинар, и они затем повторят ваши шаги. Каждый из них сделает то же самое, просто перемещая свои бумажные деньги в золотые сбережения. Хочу отметить, что система здесь работает как часы. Выплата комиссионных происходит каждую пятницу.
И если у вас возникнут какие-то вопросы или трудности, например, с проплатой аккаунта или регистрации, просто обратитесь к вашему спонсору. Если он не знает, у него есть аплайна, то есть его вышестоящий, и они вдвоем помогут вам обязательно. И, например, в моей структуре, поскольку я проживаю в Германии, у меня горячая линия к руководству, и проблемы решаются здесь довольно быстро. А на самом деле в этом проекте практически не возникает проблем. Система построена так, что у каждого обязательно, а главное быстро, появятся хорошие результаты. Сайт работает на 16 языках, конференции проводятся каждый день. И единственный недостаток в данный момент – это то, что сайт не открыт на русском языке. И только лишь потому, что Россия только что открылась. Да, но уже скоро ведут как раз и русскую транскрипцию, потому что компания понимает, что такое войти на российский рынок, как важно войти быстро, красиво, стремительно и закрепиться на нем навсегда. И со стороны лидеров, то с нашей стороны, сейчас ведется огромная работа по организации страницы захвата на русском языке. Это будет бизнес-система Parus Automatic с пошаговой дубликацией, которая будет генерировать и поставлять вам на автомате новых партнеров. Вам нужно только чуть-чуть потерпеть, она скоро появится в ваших руках. И напоследок я вам приготовила несколько лакомых кусочков. Если у вас возникнет вопрос, все-таки куда же будут падать мои денежки, да? Все ваши комиссионные, они будут откладываться на вашу личную мастер-карту, которую вы получите автоматически, как только на ваш счет упадут первые 35 евро. Причем 22 из них уйдут на изготовление этой карты, она изготавливается в Лондоне в специальном банке, и оставшиеся денежки достанутся вам. У этой карты есть очень большие возможности. Это самая универсальная дебетовая карта в мире. И в прошлом году она получила приз и считается лучшей картой 2013 года. Эту карту вы можете использовать в любом банкомате мира, то есть у вас есть возможность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю снять ваши денежки в валюте вашей страны, либо в любом банкомате мира, если вы находитесь за границей. А также вы можете расплачиваться ею в магазинах и производить любые покупки в интернете. Ее возможности поистине не ограничены, да, безграничны. На этой карте находятся не только ваши деньги, на ней также отражается ваш золотой фонд. И если у вас в какой-то момент не будет денег на счету, то она автоматически сконвертирует часть вашего золотого фонда в цифровые деньги, и вы всегда сможете ею проплатить. Это тоже одна из немногих созидательных функций проекта компании Karatbar. Вы только начните, и у ваших партнеров обязательно все получится. Компания щедро вознаграждает своих партнеров. На данном слайде видите некоторые из этих подарков, начиная с айфона с логотипом компании и часами Rolex, машина и кончая виллой. Все это уже есть. Множество партнеров уже получили высокие вознаграждения. Это не сказка, это реальная действительность. Да? И еще раз повторяюсь, только начните, у вас обязательно все получится. И сейчас по традиции хочу обратиться к новичкам. Если вы никогда не работали в подобных проектах, то обязательно послушайте внимательно, как нужно правильно приглашать людей на конференцию. Самый верный, самый проверенный, тысячи раз проверенный способ – это следующий. Вы приглашаете вашего друга или подругу домой на чай, на кофе, на вино, кто как хочет. И, пожалуйста, ничего им до этого не рассказывайте, потому что, во-первых, не все люди открыты для такой великолепной информации. Во-вторых, многие из них, возможно, потеряли деньги в пирамидах, в хайпах и так далее. Они просто устали от этого. Они забросают вас вопросами, на которые вы ответить не сможете, и вы их просто потеряете. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте субординацию. Не заливайте им до встречи информацию в уши, потому что, чтобы избежать этих ненужных вопросов, сделайте это для них сюрпризом. Так и скажите: я приглашаю тебя на сюрприз или на событие. Ведь это большое событие, день рождения собственного бизнеса. И вот когда эти люди соберутся перед вашим голубым экраном, и вы за 10 минут до начала нажмете на голубенькую ссылочку, которая перенесет вас в этот зал, или на конференцию в записи, только тогда скажите им, что к вам поступила такая бриллиантовая информация, и вам нужен дружеский совет. Скажите: мне нужно твое мнение, давай посмотрим вдвоем. В этот момент произойдет прекрасная вещь. Ваш друг, он откроется на эту информацию. Он прослушает вебинар, и потом вы сможете все прекрасненько обсудить.
И всем советую подключить в этот момент по скайпу вашего спонсора. Может быть, даже с ним договориться до того, да, чтобы он был в сети, для того, чтобы он смог ответить на все вопросы вашего друга. Если вы будете, конечно, делать наоборот, дедовским способом, пытаться гнобить там телефон родственников, друзей и как бы затаскивать их куда-то и втюхивать им что-то, да, то может произойти следующее. Вот эти люди, на самом деле, к которым вы обращаетесь, да, у них есть такой же великолепный, глобальный, может быть, единственный в их жизни шанс вступить вот в этот проект. И вы в этот момент этот шанс у него заберете, у этого человека. Именно потому, что вы не сможете правильно донести до него полную информацию об этом проекте. Поэтому соблюдайте субординацию, приводите на нашу конференцию. И хочу сказать, что наши конференции, они проходят два раза в день без выходных. Да, то есть пока у меня есть силы, я буду это делать в 5 часов и 7 часов вечера по Москве. Важно как можно больше людей инвольвировать в этот проект. Конечно, это понятно, что чем больше людей узнают об этом, тем легче станет нам всем. И вы видите здесь две ссылочки. Первая – это как раз та, по которой вы зашли, по всей вероятности, в эту комнату. А вот вторая – это как бы вспомогательная ссылочка. Если какая-то проблема техническая или что-то такое произойдет, то я перемещусь на следующую комнату. Это комната Татьяны Котлеровой, моей коллеги, и буду вещать там. Итак, в заключение хочу поблагодарить вас за ваше время, внимание, которое вы уделили мне. Теперь вы знаете намного больше о компании Karatbars. Стартуйте сегодня, стартуйте сейчас, прямо после этого вебинара, и будьте уже сегодня там, куда другие придут завтра. Потому что ежемесячно к проекту ко всему миру подключается около 10 тысяч партнеров. Да, 10 тысяч партнеров каждый месяц. Понятно, что в следующий месяц они приведут еще половину. И, пожалуйста, не думайте долго, не раздумывайте там, вступать, не вступать. Почему? Потому что пока вы будете думать, другие займут ваше место на этом эшелоне жизни. Вы просто не окажетесь в числе лидеров, что очень-очень важно понимать. Поэтому, присоединившись к Karatbars, вы ни в коем случае не прогадаете. Дерзайте, принимайте решение и знайте, что вы сделали правильный выбор. И совсем напоследок хочу поделиться еще одной горячей новостью. В середине мая в Майами будет проходить всемирная конвенция компании Karatbars. И готовьтесь, пожалуйста, к ней, и я всем желаю удачи. И именно желаю я и себе, и вам встретиться нам на этой конференции в Майами. Большое спасибо, благодарю всех за внимание. Несите эту информацию дальше, вы увидите, как быстро будут пополняться ваши счета. Пока-пока, с вами была Марина Лемон из Берлина.